Уже в ближайшее время судьбу замначальника Рыской полиции будет определять дисциплинарная комиссия. Именно туда переданы материалы, собранные Управлением собственной безопасности Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области по делу о видеоролике, на котором запечатлены служебные будни начальника отделения административной полиции. Провокатор нам не нужен, уйдешь с работы. В ходе проверки инцидента установлено, что поводом к эмоциональному выступлению полицейского послужила жалоба матери одного из сотрудников полиции. В ней женщина рассказала, что начальник отделения административной полиции Арыского Рофт попросил ее сына взять кредит в банке для себя, ручаясь погасить его срок. Но впоследствии отказался выплачивать кредит, из-за чего женщина обратилась к руководству Арыского РОВД за помощью. Однако вместо этого заместитель начальника отдела полиции стал оказывать давление на ее сына, выраженное в нецензурной брани и угрозах увольнения со службы из органов внутренних дел. К заявлению была приложена видеозапись указанного инцидента. Я лично в долг у тебя не брал, ты сам виноват. Управление собственной безопасности провело служебное расследование. Указанные факты нашли свое подтверждение. Заместитель начальника свою вину полностью признал и заболел. Окончательное решение по данному вопросу будет принято после того, как заместитель начальника пройдет лечение и выйдет на работу.